Сегодня у нас посылка распакованная, перепакованная нашей таможней. Судя по треку, здесь должен быть чай. Чай наподобие, да не наподобие, точно такой же, как я уже заказывал раньше, только у другого продавца. И чай у нас без пакета. Ну, пакетики другого вида сейчас. Я вам все покажу. Стоимость этого чая 7 баксов 74 цента на момент покупки. Так вот. Вот так вот выглядит у нас чай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук, да. Все как и должно быть. Чай, который я раньше получал, был вот в таком вот мешочке, и были желтые вот такие вот контейнеры под чай. Этот, походу, точно такой же, только упаковка другая. Ссылку я, конечно, оставлю, кто увлекается такими чаями. Единственное, что меня смущает, то, что вот все упаковки не в вакууме. У того чая все в вакууме, так именно плотно все облегало. Не знаю, может какая-то особенность, или может чай чуть другой. Но не суть. Ссылку я оставлю, кому надо, переходите, покупайте. Ставим лайк, всем пока.